Мы хотим вручить вам персональную карту члена бизнес-клуба. Чем живет оренбургское предпринимательство, теперь может узнать каждый владелец данной карты. Программы, тренинги, актуальные новости. Все через специальный сайт, презентация которого состоялась на 6-й встрече бизнес-клуба «Ключевые персоны». Его проводит всем известная компания «Виконт Медиа». Хочется, чтобы бизнес-сообщество было, чтобы люди общались, была возможность встречи, неформальной встречи, получать от этого некие преференции. Бизнес-клуб «Ключевые персоны» был создан в декабре прошлого года. Его аудитория – это деловые люди, политики, медиаперсоны. Сегодня в клуб официально включено порядка 100 предпринимателей. Бизнес они знают, работают, общения не хватает. Мало того, это мероприятие оно больше развлекательного плана. А с утра было заседание бизнес-клуба, там делового плана. Обмениваются мнениями, мозговые штурмы, тоже польза. Это не просто встреча, а обмен опытом и в то же время возможность лично познакомиться с ведущими представителями бизнес-сообщества, многие из которых были также отмечены специальными дипломами Торгово-промышленной палаты Оренбургской области. А вот особой признательностью удостоилась генеральный директор телекомпании «Регион» Татьяна Абдульманова за активную информационную поддержку предпринимательства. Уже второй год на нашем телеканале с успехом выходит программа «Это мое дело», получившая признательность на всероссийском уровне. В нем приняло участие уже 58 предпринимателей Оренбургской области. В основном, так как делается это за счет телекомпании «Регион», поэтому мы помогаем самым малым предпринимателям, самому малому бизнесу. И у нас были очень интересные проекты. Тем, кому посчастливилось стать героями программы, сегодня с благодарностью отмечают. Проект не только интересен, но и показывает реальную жизнь оренбургского бизнеса. Что дала мне эта программа? Мое дело. Я рада то, что людям преподносит это как на самом деле огромный труд. И я благодарна этой программе, что она именно выполняет эту миссию. Следующая встреча бизнес-клуба состоится уже в июне, а это значит, что впереди ожидается еще много необычных проектов, которые впоследствии будут реализованы для блага экономики Оренбуржья. Екатерина Волкова, Владимир Семенов. Наше время.